Вопросов в повестке дня очередного заседания комиссии по охране труда немного, но за каждым важная и актуальная проблема безопасности человека на рабочем месте. Главным и основным стало обсуждение всех несчастных случаев, которые произошли с апреля по август текущего года на предприятиях и в организациях Бреста. Разговор шел о причинах и следствиях, о вине нанимателя, а также об осторожности, которой, как показывает практика, пренебрегают опытные рабочие на местах. В текущем году по городу Бреста произошло 21 несчастный случай, в том числе 4 со смертельным исходом. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то это 9 у нас в строительной отрасли, по 5 в промышленности и транспорте, и 2 несчастных случая произошло у нас в сфере услуг. К сожалению, в 70% несчастных случаев произошло по причине именно личной неосторожности. Поэтому наша задача сегодня на комиссии выработать и рассмотреть каждый несчастный случай и, соответственно, принять определенные меры, чтобы в дальнейшем не допускать таких каких-то несчастных случаев. Один из важных вопросов заседания – работа мобильных групп по мониторингу и контролю предприятий. Каждый месяц проходит не менее 8 выездов. В поле зрения – выполнение нанимателями прописанных в договоре условий труда, направленных на снижение уровня производственного травматизма. Особое внимание к предприятиям, где уже были несчастные случаи. В этом году мы произвели 65 рейдов, выявлено 2320 нарушений. По результатам мобильной группы, в состав которой включены все заинтересованные службы, выдаются рекомендации, ставится на контроль и отслеживается ситуация по устранению. Поэтому самое главное нам сработать на опережение, чтобы не допускать таких несчастных случаев и чтобы в городе Бресте мы могли гордиться, что у нас создана самая лучшая база по мерам безопасности. Несмотря на принимаемые меры, случаев производственного травматизма в Бресте меньше не становится. В планах проведения городского дня охраны труда и усиления мониторинга на предприятиях. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Анна Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.